выключи, удаляй стрим. Осуждаем, осуждаем данное высказывание. Удаляй стрим нахуй. Смотри, смотри. Да. Прошу прощения. Ребят, простите. Слово вылетело, осуждаем. Там можно я, блин. Часть от, отрезать, да. Если что. Просим прощения, пожалуйста, блядь. Я хуй... Ребят, кого подвел, извините. Извиняюсь, у нас человек... Это... Да, человек просто знал, но такое вот выскользнуло. Про свою любимую платформу, извините. Да, это про YouTube, Twitch, это про YouTube. Да, да. Ебать меня застанило, блядь, просто. Фу, блядь, у меня просто сердце ушло. А что он сказал? Я не... Да не молчи нахуй, просто, блядь. Больше не рассказывай ничего. Как дела? Давай не вспоминай свою платформу, пожалуйста. Короче, Габарка, что мы тогда на пятницу собираемся? На пятницу давай бронировать, да, в это же время. Все, на пятницу можете задания свои не придумывать, просто главное прийти и... Я и очень... напиши заранее, что этот, понял, нужно да, будет купить. Хорошо, хорошо, там все, да, там, да, все, да, да, там все. Вадим, чтобы я, купили, сегодня, я сегодня не успел все купить. Ну да, просто все равно поздно отписали еще. Все, извиняюсь по поводу да, того, как я отписываю, я реально ужасно отписал. Я сейчас примерно подкину, что нужно, и мы начнем. Ого, бля, мне так голову ебало, пизда. Камик, смотри, блядь, старый нахуй. Все. Спасибо. Ладно, ребята, рад да, был вас всех видеть. Отличная да, игра, спасибо. Олегу здоровья. Спасибо большое. Ты знаешь, кого ты ждешь на шоу? Респект! Камик, тебя, естественно. Не понял, блядь. Камик, да нахуй мне дальше короче, играть, нахуй мне дальше играть. Стой. Жо-Жо, ну и тебя, конечно. Да, не, понимаешь, они все я жду победителя. Почему? Камик, а что ты сразу обиделся? Камик, ну там не надо будет просто лизать унитаз, понимаешь? Там будет задание, которое нужно будет пиздец как пройти через себя. Ребят, кто выиграет, тот пригоняет, вот и все. Нету рамок. Нет, да нахуй рамки, я просто думаю, камень, короче, вот смотри, Вадим. Я готов тебе предложение честно сделать, хочешь? Сказать тебе если честно. Будешь меня перебивать, честно, не сделаю да, предложение. Давай так, давай, если ты выигрываешь у меня на шоу, то я да, тебе не только даю 100 тысяч рублей, а еще я оплачиваю да, поездку на игры Габара. Хорошо, смотри. Согласен? Вадим, вот, хорошо. Жо-Жо, а если ты выигрываешь, я тебе на метро нет, поездку оплачиваю. Вадим, сказать тебе, вот Серёжа, да, вот я не знаю, кто из нас троих пройдет. Короче, вот поэтому я сказал, короче, нет, два места, нет. Вадим, вот я тебя честно, я, короче, я тебя уважаю, да, но вот я тебя не вижу финалиста. И булочку. Короче, вот Диана, Жо-Жо и я. Вот три финалиста. Вот поэтому я сказал блядь, два серьезно, места. Мне кажется, Диана должна была первая соединиться, нет? Нет, Диана я вообще. Камик, блядь, камик. Жо-Жо, камик, ты не знаешь Диану. Ты вот сейчас, ты вот сейчас сказал? Слушай, да, да. Секунду, ребят, вот я скажу да, так. Каждый раз, когда у нас игры, мы да, все вместе думаем, что выиграет вот этот чувак. И ни разу мы еще не угадали. Не, ни я разу скажу просто так тебе, камик. Смотри, после этих слов тебе будет обидней, если ты мне проиграешь. Обидней. Давай. Ребят, всем пока, Раду. Все, всем пока, спасибо. Пока. Спасибо. Спасибо за игру. Бля, просто, блядь. А что, типа, Вадя тоже под этот? А Вадим тоже уже. Да, я буду выключаться, нахуй. Никакого настроения нет с этой хуйни, типа, это вообще. Какой, типа, смысл? Нет, вот эта тема всей, блядь, это... Интеграция не будет, ничего? Не хочу, завтра сделаю интеграцию, пизду. Все хорошо, Вадь. Там я тебе написала, Вадим, да. Я тебе написала так, касательно того, что мне звонил. Диана, чё, ты телегу увидела? Кого мне зарейдить? Чат. Да, я же тебе написала. Все вырубают. Кого тебе зарейдить, бля? Я не знаю. Братишкина. Да у Вовы много очень зрителей. Итак. Модесто. Эх, Иисуса. 8 тысяч. Давайте зарейдим у кого там. А, строго Шаверму. А, так строго стримит. Строго ж тебя зарейдил, не? В смысле? А, блин, это, наверное, говорили строго рейд, я думала, что он тебя зарейдил. Дианочка, что? А, строго стримит. Телега, ответь мне. Так всё. Я ребят, тебе ответила. Сейчас, подождите, этот... Что тебе ответил? Ребят, спасибо всем огромное, кто смотрел. Сори, что сегодня так получилось.
Следующий подожди, финал подойдет, подойдет. Блять, чат. Чат. О, будет бля, финал. Будет она на лицо. Так что... Вадим замутался, блять. Не. Жжо. Только ты должен быть в таком костюме. Короче, ребят, спасибо вам огромное. Спасибо, что смотрели. Очень приятно, что вы меня поддерживаете. Скажу одну такую тему. Ребят, сейчас стримы будут не всегда. Не всегда. Я иногда не буду врубать. Если я буду чувствовать, что тот контент, который я даю вам, не соответствует количеству, знаете, как говорится, вас, то я не буду врубать. Бля, мне так голову ударило, я не могу объяснить. Ёбаный в рот. Бля, я смешал два напитка, мне так въебало. Короче, если будет хуйня контент, я стрим включать не буду. Я буду сразу говорить. И не пугайтесь по поводу того, что я в инсте делаю на черном фоне, что стрима не будет. А то мне там все писали, Вадя, что случилось, все хорошо. Я просто так пишу, типа, что стрима не будет. Поэтому, когда будет все заебись, я буду врубать стрим. Когда не заебись, я буду врубать. Все, спасибо вам большое. Обнял, люблю, всех целую. Завтра стрим 8 часов. Завтра у нас Pixel Battle. Возможно, я запущу немножко раньше.